Полуживую собаку спасли вместе с 54 другими бездомными животными в Таллахассе, штат Флорида, США. Тело пса было покрыто язвами, из-за кожной болезни он потерял шерсть и был в ужасном состоянии. Когда его нашли, пес спокойно лежал в кресле и, казалось, медленно умирал. Это был самый запущенный случай, с которым я встречался за время работы с животными, рассказал Джон Робинсон, сотрудник спасательной организации ASPCA. Помимо жуткого состояния, Адам был очень пугливым и боялся людей. Однако, спасатели не бросили его после нескольких недель терапии антибиотиками и ежедневных лечебных ванн, шерсть пса начала восстанавливаться, так же как и доверие к людям. Но на этом испытания для Адама не закончились. Вскоре над Флоридой пронесся ураган Ирма, и собаке чудом удалось уцелеть. Адама перевезли в Центр помощи животным штата Пенсильвания. Там он нашел свою семью. Новые хозяева дали псу новую кличку Астра. Сейчас он живет в любви и заботе, прекрасно уживаясь с двумя собаками породы боксер и тремя кошками. Мы очень рады, что смогли дать этому замечательному, милому и скромному парню дом и любящую семью, говорит семья Фельдман, в которой счастливо живет Астра. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.